Поздравила ветеранов и Галина Данчикова, председатель правительства Якутии. Она записала видеообращение к жителям республики. Дорогие наши ветераны, с чувством глубокого уважения поздравляю вас с Днем Победы. Этот праздник поистине дорог для нас всех. Мы обязаны и должны беречь наших ветеранов, людей, которые отдали жизнь за то, чтобы мы могли сегодня трудиться, жить, для того, чтобы над нами было светлое, мирное небо. Я от всей души вас поздравляю с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, счастья. Низкий вам поклон. В День Победы в Мирном состоится акция «Бессмертный полк», общественный марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Стартует он в 9 часов 40 минут утра. Телеканал «Алмазный край» впервые запустит телепроект «Бессмертный полк» в прямом эфире. Сразу после торжественного митинга каждый желающий сможет подойти к съемочной группе и рассказать о своих ветеранах. 9 мая у каждого из участников «Бессмертного полка» есть возможность рассказать о своих героических родственниках и близких. Ну и традиционно «Бессмертный полк» проходит обязательно с фотографиями своих родных и близких, поэтому мы просим также подходить к нашим съемочным группам. Они будут располагаться на площади возле УТКЦ «Якутск». Телепроект у большинства мирнинцев вызывает только положительные оценки. Таковы результаты опроса, проведенного корреспондентами телеканала «Алмазный край». Положительно. Это наша как судьба. Положительно. Положительно. Это надо делать обязательно, а то молодежь вообще про войну ничего не знает. Проект такой нужен, да. Я считаю, нужен обязательно. Много будет желающих. Мы каждый год участвуем в этом бессмертном полку, идем со своими внуками. У нас участвовал в войне мой дядя Севастьянов Иннокентий Иванович. Я хочу рассказать о своем дедушке. Я его, конечно, толком не видела фотографии, но знаю то, что он воевал. Я считаю, что это очень нужное дело, этого слова. Спасибо тому, кто это придумал, кто это, значит, организовал. У меня ушло 6 дядь на войну, и только один вернулся. Вот. Вы и будете участвовать, да, в этом году? Обязательно, обязательно буду участвовать. Бессмертный полк – это олицетворение того, то, что мы помним и будем гордиться ими всегда.